Обильный дождь перед стартом соревнований ничуть не сломил спортивный дух участников. Лишь волейболисты были немного расстроены. Им пришлось состязаться в 10-й школе. Зато футболисты понимали, игра состоится при любой погоде. А потому они еще до официального открытия фестиваля вышли на разминку наряду с теми, кто собирался сдавать нормативы ГТО. Наше здоровое будущее, прежде всего, это наши дети, наше подрастающее поколение. И мы своим примером просто обязаны мотивировать его на то, чтобы наша молодежь вела здоровый образ жизни, привыкала к спорту, победам. На футбольный турнир фестиваля летних видов спорта было заявлено 19 спортивных коллективов. Один из них – видновская команда «Максима», в которой за голевое завершение атак отвечает нападающий Руслан Рахмонов. На предыгровой тренировке его одноклубники с хорошим настроением готовятся к игре. Все-таки на праздник спорта пришли, а значит, наслаждаться нужно каждым моментом. Однако о шансах на победу в турнире игрок говорит осторожно. Соперники у его команды серьезные. Думаю, конечно, будут сильнее, но думаю, мы сможем навязать им борьбу и подняться как можно выше. Пока футболисты тянули жребий, в подтрибунных залах уже вовсю кипела игра. Там сражались любители шашек, шахмат и настольного тенниса. В последнем из перечисленных видов спорта свои силы проверил и глава муниципалитета Валерий Венцель, который высоко оценил дух спортивной борьбы. Я смотрю, уровень подготовки спортсменов, неважно, невзирая на возраст, он достаточно высокий. Поэтому это всегда интересно, увлекательно с сильными соперниками посоревноваться. На фестивале летних видов спорта из-за погодных условий не смогли проявить себя только игроки в большой теннис и бадминтон. Однако для них состязания состоятся уже в ближайшие выходные. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.